Как сделать максимально низкую цену в Яндекс.Директе? Очень, кстати, хороший вопрос. Какой бидер лучше использовать? Никакого, бидер никакого отношения не имеет, кстати, к низкой цене в Яндекс.Директе. Максимально низкую цену за клик, чтобы получить, нужно потратить деньги. Как бы смешно ни звучало. Объясню почему. Потому что Яндекс – это система контекстной рекламы, которая кормит Яндекс. Ну, то есть большая часть денег приходит им из Директа. Делают они скидки только для тех людей, которые много тратят денег в Директе. Раньше они делали скидку для аккаунта, теперь скидки для аккаунта нету. Значит, вы должны иметь большой CTR. А для того, чтобы иметь большой CTR, нужно тратить много денег. И один из, кстати, один из параметров низкой цены клика на объявление – это насколько часто вы показываетесь, ну, опять же, да, это CTR, на соотношение, на количество кликов. Это CTR. И при этом сколько раз вы показывались. То есть, если вы два раза показывались и один был клик, 50% CTR, это ничего не означает. А вот если 10 тысяч было показов и из них 9 там, тысяч кликов, ну, извините, я перегнул, 900 кликов, 9% CTR, например, то вы крутой чувак, вот тебе огромную скидку, ты молодец.